Добрый вечер, дорогие друзья. Продолжаем играть в Mount Blade. Решили наши объявить войну Ботании. Куча народу хочет им объявлять. Бессмысленно голосовать нет. 29 против 71. Поэтому как бы поддержим мы войну с Ботанией. С империей заключили мир, все-таки все были за то, чтобы Западной империи заключить мир. Воюем мы с ассираями и с ботанейцами. Собрал я армию и теперь двигаюсь в сторону ассираев. По дороге собирая своих лордов. Надо немножко ассираев покрепить. Оттянем их от наших земель. Ну, ботаницами, конечно, воевать очень глупо, но на то она и демократия, да, чтобы голосовать. Не хватает голосов, значит, будем воевать. Так, подбираем еды. Так, разоберем. Соль нам не нужна, зачем-то я и на нее кликнул. Так, волшебными мечами расплатимся. И двигаем дальше. Вот мы дошли уже до земель Ассирая. Шестьдесят два мародера. Пускай бегают. Сейчас остановимся, доберем ближних лордов, которые бегут к нам. Так, смотрим еще раз. 2-3 не дошли до меня. Ну, с 900. Так, замок осадили ассираи. Сейчас пойдем спасать наш замок. Вот, наши гонят армию. Сейчас мы схлестнемся. Сколько наших, а? Сдавайся, сдавайся, тебе деваться некуда. Армия у нас состоит из всех войск. Свои мы не будем спешить бросать, поэтому потихонечку будем подтягиваться, в основном работать сдалека. Союзнические наши переходят в атаку. Но мы стрелами поддержим. Мазила. Есть. И вот еще тут два парня. А нет, тут много ассирийских лучников на лошадях. Ух ты. Напихайте его. Вот так вот.
Потихоньку подходим, подходим, но не ввязываемся. Накидываем, накидываем, накидываем. Сарай хорошо держит спину щитов. Здоровый парень с топором. Я опять кину сейчас. Переходим в атаку. Тактику прокачал на единичку. Осталось так на вид процентов 10-15 сарайских войск. Балат прокачала лук на единичку. Алиджин медицины. Ух ты, проскочил, какой красавец. Надо было его рубануть. Эх, на единичку урона нанес только. Мой, есть. Мой. Срубил еще конного малюка. Вперед, вперед, вперед. Давим, давим, ребят. Ух, тихо, тихо. Какой бодрый, а. Крепкие сирайские войска. Вот это с ними вечная проблема, что они крепкие. Большую армию мы, конечно, разносим. О, мы какие. Даже горы. Так, одноручная Лиджин повысила. Осталось совсем чуть-чуть, но что вы так долго с ними носитесь? Вот так, вот так вот, добивайте. И победа, ну, отлично.
Так, погиб у него один лорд. Наемник. 27 известности, 24,6 во влияние. И 50 на 50 где-то добычу. 24 я потерял со своего отряда бойцов. Сколько набрали в плен? Так. Одного улучшить. Двое присоединились. Серастия, всадники племени. Серастия, конная мамалюки. Вот возьмем. Регулярные мамалюки. Вот ветеранов 11 возьмем. Я думаю, будет достаточно. Так, боевые лошади хромые, ну какие есть. А мечи на расковочку. Что у армии с едой было? Отлично, 50 мешков зерна. Поднабрали мы. Еды, можно идти на осаду. Перебор у нас, но ничего страшного. За ту, какую армию разбили. Так, сколько тут? Вот 76 защитников, это наши. Сейчас отобьем город обратно. Надо сплоченности подкинуть. Как раз добегу сейчас еще два лорда. Людей там 60 человек. Как они так? О, та армия, ничего себе. Асирайская подошла с тыла. Сначала город. Потом уже будем догонять ту армию. Вторая трибушетинка готова. Еды у них на минус 16 дней. Так, третья трибушетинка. В резерв. И четвертая. Почти готова. Так, 12 человек у нас улучшилось. Двое хотят присоединиться. Готова четвертая трибушетинка, выставляем и понеслась. Сплоченности хватает, не буду пока накидывать. Очень быстро, при том, что это 49 человек, очень быстро отстраивают катапульты. Стены почти разбиты. И еще раз отлично. И на штурм. Там вообще защитников не осталось. Быстро город размотаем. Тун-тун-тун-тун-тун. Вперед, ребята. Веточку мне тут метка. Так, где тут? Ага, вот. Вот. Ух ты, какой, а. Воу!
Эх, две стрелы, две мимо. Вот, а наши уже стреляют. Зацепило. Убил. А покуда это ты? Немножечко. Да ты шо, какой ушки? А ну давай вот так. Есть. Долго вылавливают там наш, он наверху остался, да? Не. Все, захватили город. Ничего себе, я четверых даже потерял. С армией, со своего отряда никого. Так, двое хотят присоединиться. Меч на расковку. Еды нету. Проявим милосердие, не будем ограбить город. А в таверне наемных наездников 11 забираем, отлично. Так, в торговлю. Есть боевые лошади, есть одна. Может, у них и вино, масло. Да, масло есть немножко. Заберем. Волшебный меч дорогой дадим им, 20 тысяч налички еще положим. Так, есть, захватили город. Тут мы не пройдем, и можно двигаться дальше. Так, да, ну загоняй, загоняй, загоняй. Лови, 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 лови. Давайте, ребята, хватайте. Так, ночью, да? Сдавайтесь или умрите. Так, ночью снимать не будем, но двоих потеряли мы со всей армии. Так, а все расти, мамалюки есть. Сколько у меня тут пленных? 82, да пленных хватает. Так, один хочет присоединиться, мамалюк. Сирайская хромая лошадь. Еды не было в этой армии, поэтому брать тут особо нечего. Четверных улучшаем. И поможем вот этой битве. Тоже ночью снимать не будем. Со своего отряда никого не потерял. Помогли мы этому парню. Ассирайскую лошадь забираем. 5 мешков зерна. И двигаемся в сторону ассирайских замков. Так, что тут у нас? Ага, поменять совладелец. Главное, чтобы не мне его дали. 34, 7. Это я. Ну, тут бессмысленно за него голосовать. Да что такое? Все не туда кликаем. Зайдем еще боевых лошадей на этой деревне купим. Наших лордов много. У меня сплоченность падает. Повысить сплоченность. У меня влияние 1400 еще хватает. Тут только одна сирайская боевая лошадь была. Наш сокол носится. Так, ну что, пойдем посмотрим.
продали пленного лорда. Сколько тут в городе защитников? 608. 608. А у нас армия 1159. Что, устроить большую бойню и захватить этот город? Если получится, конечно. Может и не получится. Так, один улучшился, один присоединился. Так, смотрим. 608, гарнизон 235, ополчение 373. До хрена народу. Ну давайте сделаем сохраночку. И попытаемся эту огромную махину асирайскую захватить. Так, начинаем строить наши трибушетки. Не вижу, где четвертая. А вот четвертая. Шестьсот шесть человек. В два раза нас больше. Так, первая готова. Вторая готова. Третья есть. Так, и вот готова четвертая. И начинаем обстрел. Так, сплоченности подкинем. Тягуется лор, ух ты! Присоединилось еще четверо. Так. Ну, хоть бы одну дырку пробить, а. Пока еще никто не подтянулся. Давайте, ребята, там практически одна разбита. Есть, одну стену снесли. И вторую. И вторую. Давай, 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 давай. Есть, вторая дырка. Снесите скорпиона. И еще вот этого верхнего. Есть. Ух. Пробили обе дырки. Как раз подсобрался атаковать, да? Так, один улучшаем. Троих взяли. Скорпионов на стенах нет. Накинем сплоченности. Ну что, 567, да? Ух, сейчас будет жесткая мочилова.
Так, трибушеты, трибушеты, да? Так, хорошо. Начнем. Нормально прилетело. Мазила. Мазила, блин. Да что ж такое? Есть. Атак! Пошли, пошли, мои самураи. Сейчас на стену зайдем тут с тыла. Там у них и камни есть, и стрелы есть. До свидания. Хорошо затупили. Эх, мазила, блин. Спешу, спешу. Так, на кого? Ребята, вперед. А мы сейчас повыше поднимемся. Так, наши на стенах. Ага. Вон толпа. Не долетела. Не долетела. О, попал. Убил. Достреливаю, но не убиваю. Убил. Убил. Попал. Как в морском бое. Убил, ранил. Так, стрелы закончились. А тут и стрел нету на башне. Так, ребята, в атаку, в атаку. Нам нужно сейчас где-то стрел найти. Так, тут разлом. Я здесь не пройду. Показалось, что тут можно спуститься, а нельзя тут спуститься. Поэтому они сюда и бежали. Моя лошадка. Так, ну наши молодцы там, хорошо уже. Держись, держись, держись. Вот так. Вот так я его, а.
Есть. Я! Куда это они убегают, а? За мной, за мной. Все. Захватили город. 93 человека потеряли. Али Джин потерял братову жену. За Сачей погибло. Это тоже кто-то из наших. Она у меня медик в отряде была. Так, не понял, что такое. Ага, вот еще интересно. Это они в башне укрылись. Молодцы какие, а? Так, где мой лук? Ух ты, меня напихивают, а? Тихо-тихо. Свободен. Это в новой версии 1.6.1. Теперь же надо еще башню разбивать. Не забаррикадируются. Нужно их выбивать отсюда. Интересно, мне понравился. Это как в старых добрых Mount Blade'ах. Тоже народ укрывался в башнях. Винтовая лестница. Не в башнях, а в крепостях, да. Смотрим, лучник стоит, у меня целит. Я его раньше успел пристрелить. Дорожка из трупов, как мои проходили. Победа. Интересно, мне понравилось. Хороший такой бой. Захватили город. Теперь у нас есть... Так... Освободили, в плену сидела наша Мела. Так, пленная. Пленных всех заберем. Сейчас в городе быстро и продадим. Так, Али Джин. Мечи на перековку. Так, проявить милосердие, в таверне 6 всадников забираем, и забираем пленных на продажу, и всю пехоту продаем. Оставляем себе только всадников. Так, все, только всадников оставляем. Всех остальных продаем. Смотрим, что у нас тут. 15 человек улучшилось. Да, погибла Ли Джин. Жена брата. Надо будет потом по за записью переиграть этот бой. Потому что перед братом будет как-то неудобно. Так, ну что, начинаем отдыхать. Эти начали разбегаться. Что мы будем делать, да? Ну, надо переиграть, потому что, ну, как бы такое дело.
брата без жены оставлять нехорошо. Кстати, у нас там детей очень много. Вот, например, Тимон. Это ребенок Чингисхана. Это мой ребенок. Анат. Это племянница Чингисхана. Это брат. Девчонку. Племяшку родили. Еще одна. Икрен, племянница. Икун. Это ребенок Чингисхана. То есть у нас уже четверо он детей. Плюс еще где-то у меня... Так, Насунхан, вот, где-то еще брат младший сидит в замке Семира, надо будет его забрать, подрос уже, готов к сражениям, мы ему целый отряд свой создадим, у нас сейчас 3 из 4 соколы бегают, рубятся, мы пойдем его заберем, младшего брата, и сделаем ему свой отряд. Так, ну что? Вот такая вот серия у нас на сегодня. Спасибо, что смотрите. Не забывайте ставить лайки. И до новых серий.